Яе добрыні хапае на ўсіх. Кожнага абагрэе добрым поглядам, ветлівой усмешкай і словамі падтрымкі. Гэта аб Тамары Туняковай, дырэктары торфазаводской сярэдняй школы. Наш корэспандэнт Марына Джалэ працягвае цыкл матэрыялаў аб людзях, якія адзначаць у нядзелю сваё прафесійнае свята – Дзень настаўніка. Мне нравится математика и русская литература. А почему русская литература? Вот все потому вы называете... что русская литература, там надо читать, и можно узнать много чего нового. Интересного, наверное, правда? Молодцы, ребята. Зараз у школе вучатся амаль 400 детей. Тамара Ивановна для их не строгий кіраўнік, а другая мати. Ее тут не боятся, любят и поважают. И школьники, и подначаленные. Бо як яшчэ раз тлумачыць той факт, что 40 наставников, якія працуюць у торфазаводской школе, амаль 30 былыя вучні Тамары Туняковой. Она всегда была примером для нас. Она творческая и, конечно же, инициативным была человеком. Поэтому, конечно же, ничего не оставалось, как просто прийти сюда и работать в одной, можно сказать, сплоченной команде. Вот. Мы ее очень любим, очень ценим. Она у нас, конечно же, творец, она у нас командир и очень хороший человек. Наставницкой династии, до якой належит Тамара Ивановна, 210 годов. Магчыма, тому и выбор профессии был прадвызначаны, бо яшчэ у первом классе она отчула, что тут яе дом. Наставников глубоко поважала и марила атрымаць ад их як мага больш ведаў. Раньше автобусы в деревню не доходили. Учителя добирались из города пешком. Ну, естественно, замело. Многие учителя не смогут доехать вовремя. Меня садили в класс, в начальный, это уже с 5 класса, и я там вела урок. Я читала им сказки, я им рассказывала, и мне это так нравилось, мне это так хотелось вот скорее вырасти и стать учителем. Так и склалася жыццё. После школы поступила в Гомельский державный университет имя Франциска Скарыны. Атрымала диплом и пришла працевать у торфозаводскую школу. Амаль чвэрць стагоддзя наставничала, апошнія 20 годов кіруе. Наставниками стали и ее дети, сын и дочка. Такую ж профессию протягивать выбирать и многие выпускники школы. Бо дякуючи такому директору, яны атрымали основную базу, трывалые веды, упэўненасць у своих силах и повагу до профессии наставника. На гэтым тыдні мы завітаем і да іншых настаўнікаў. Вялікі сюжэт глядзіце ў праграме «Навіны тыдня» ў нядзелю на тэлеканале «Беларусь-4 Гомель». Марына Джала, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель».